Здравствуйте! Сегодня у нас 26 января. И я вот хочу показать, как появились у меня, появляются всходы цикламена персидского. Цикламен персидский гигант. Сеяла я 6 штучек. Сеяла я их 16 января. И сейчас расскажу, через какое время, когда они у меня начали первые всходы давать. Самый первый у меня взошел этот экземпляр. Он взошел на 33 день, 18 февраля. Затем пошел этот всход 20 февраля, на 35 день пророс. Потом вот этот всход на 37 день пророс. И вчера вышел вот этот всходик на 40-й день. Да, нужно терпение ждать, когда они всходят. Ну, вот пока взошли только 4, но вот сколько я сеяла цикламенов, они в основном всегда 100% всходят. Это редкий случай, когда цикламены не всходят. Вот такие вот цикламенчики. Вот этому получается уже неделя, даже чуть больше, 8 дней. Уже достаточно прекрасный крепкий росточек. Также держала их под крышечкой. На ночь тоже крышечкой закрываю. Всегда держу влажность. И обязательное условие для прорастания должна быть прохладная температура. Поэтому цикламены у меня прорастали на северном окне. И в темноте я вот специально покрасила же его. Крышечка есть, видео закрасила краской, чтобы не было доступа света. И вот сейчас на ночь после съемки опять поставлю в темненькое прохладное место, пока не взойдут еще оставшиеся два.